Я и не знаю, как тебя благодарить. А, я лишь исправил ошибку, и все. Приглашаю вас сегодня. Как ты забрал дом у банка? Я купил банк. Что, целый банк? Да как-то само вышло по привычке. Что это? Это, в общем-то, низшая должность в лаборатории криминалистики, но надо с чего-то начинать. Да, меня один друг порекомендовал туда. Это настоящая работа? Конечно. Ты просто молодец. Тьма. Настоящая тьма. Это не отсутствие света. Это уверенность в том, что свет никогда не вернется. Примерно 30-40 метров? Примерно. Большой круглый стол и 6 стульев вон там. Можно и больше. Можно и больше. Но свет всегда возвращается. Чтобы мы увидели то, что нам знакомо. Дом. Семью. Но и то, что совсем ново для нас. Или то, что мы не замечаем. Он показывает нам новые возможности и способы достижения новых целей. Да, Джерри Манаско руководит всем. Кража 2 года назад тоже он. Да, все у него в тайнике. Да, точно, на этот раз луч света упал на героев, которые вышли из тени, чтобы сказать нам, что мы больше не одни. Мы так глубоко погрузились во тьму, что, казалось, утратили последнюю надежду. Но герои все это время были рядом. Они напомнили нам, что надежда есть всегда. И нужно лишь в это поверить. Все, что нужно, чтобы увидеть ее. Взглянуть на небо.